этом реальность. Я – это Земля и Солнце. Вот это вот, собственно говоря, эта экспозиция. И есть начало вот мысли вообще всего выставочного этого пространства. Специально для этой выставки. И мы видим целую лестницу «Я человек», которая была создана в этом году. Здесь мы будем говорить на третьем этаже о Ветхом Завете. Удивительный. Вот сколько я знаю витебских художников, это всегда огромное количество энергии, энергетики, это всегда огромный креатив, неожиданный, ну просто потрясающий. И вот Василий Васильев один из тех художников, который отвечает на эти вызовы полноценно. Вот каким образом отделить землю благополучную от земли неблагополучной? И каждый из нас, каждый человек, это все-таки в некотором случае образ и подобие. Я Энгельс, или я человек,